Дорогие гости канала «Вязаные истории», меня зовут Юля, и сегодня мы с вами будем разбирать очередную модель. Разбор модели, мне понравился вот такой свитер. Я, честно, откровенно напишу вам здесь где-нибудь в тексте название бренда. Это французский бренд, насколько мне перевел Google переводчик. Дабы не коверкать название, я его не буду называть, потому что, ну, я не знаю правильно, как это звучит. Очень мне понравилась модель. Давайте обратим ваше внимание, что модель вяжется отдельными изделиями, деталями. Сразу же уточняю, что это фабричная модель, которая была связана на производстве. Соответственно, она не такая же точно, как и вы ее видите на модели. Но, в принципе, максимально близко. Я считаю, связать это изделие вполне реально. Конечно же, тонкая пряжа, конечно же, тоненькие спицы и довольно длительный процесс работы. Но здесь главное нам с вами желание. Как вы видите, изделие, скорее всего, оверсайз, потому что вот точка груди у девушки, а вот еще у нас есть запас этого, да, свитера. Вот я рассчитываю, что это изделие оверсайз, как сейчас это все модно. И мы с вами, конечно же, не видим длину резинки. Я попыталась найти на сайте, но только такая фотография была и просто в сложенном виде свитер. К сожалению, нету низа изделия, но я так предполагаю, что, скорее всего, это тоже была резинка. То есть где-то какая-то будет наша с вами доработка. В принципе, я также предполагаю, что спинка связана без этого узора, а связана просто лицевой гладью. Узор только по переду. Здесь уж, конечно же, решать вам, добавлять узор или не добавлять. И рукав у нас идет вточной, а не как мы с вами привыкли вязать, опять же, вточной машиной вязки. Мы же будем с вами разбирать, как связать вточной рукав. Такой еще модели я не разбирала на канале, но у меня есть ролик на канале, как вязать вточной свитер. И давайте, друзья, перейдем к нашим образцам, к расчетам и всему-всему. Вот у меня два образца. Они оба связаны из пряжи 300 метров в 100 граммах. Я считаю, вполне достойный вариант для этого свитера. Если вы же хотите более тонкое полотно, то, конечно же, вам придется брать более тонкий вариант. Но мне кажется, такой вариант отлично смотрится. Все зависит от пряжи. Здесь шерсть с вискозой, здесь меринос с полиамидом. И оба варианта я уже сделала замеры, это полностью образец. Узор есть на канале, поэтому останавливаться не буду. Схему узора тоже где-то вставлю на протяжении ролика. Также схема должна уже быть в сообществе. Если что, можете туда заглянуть и скачать эту схемку. А мы переходим к нашим замерам. Замеры у нас 4. S, M, L и XL. Здесь уже представлена свобода облегания 10 сантиметров. 100 сантиметров на S размер, 105 сантиметров на M размер, 110 сантиметров на L и 115 сантиметров на XL. Это уже мы с вами говорим о готовом изделии. Если же мы уберем свободу обливания, то наши параметры должны быть 90, 95, 100 и 105 сантиметров. Здесь уж смотрите, какой вариант больше подходит вам. Если вы не хотите такой оверсайз, хотите меньше, можете взять немножко другой для себя размер. Также нам потребуется знать ширину плеча. Берем 15 сантиметров, так как здесь, как вы видели, довольно спущенная пройма в модели у нас. Длина нашего рукава составляет 37, 38, 39 и 40 сантиметров в соответствии с размерами. Длина указана до оката изделия. Следующий параметр у нас длина проймы. Пройма у нас в соответствии с размерами 20, 21, 22 и 23 сантиметра для размера S, M, L и XL. Длина изделия у нас будет также само рассчитываться. Длина изделия считается по передней части, я здесь брала параметры 52, 55, 58 и 60 сантиметров. Точно так же с длиной изделия вы можете поиграть, поварьировать. И обхват кисти с
свободой облегания в 5 сантиметров я добавила, у нас будет составлять 22, 23, 24, 25 сантиметров. Если же мы берем, замеряем самостоятельно обхват кисти, то здесь будет 17, 18, 19 и 20 сантиметров вашей кисти без свободы облегания. Со свободой облегания точно так же вы можете играть, как и с изделием. Свобода облегания в 10 сантиметров позволяет нам с вами хорошо рассчитывать. И наша плотность вязания составляет 2,75. Плотность пишем. 2,75 петли и 3 ряда. У нас плотность вязания. В целом и в одном, и во втором у меня образце одинаково вышла плотность. В принципе, там и там 300 метров в 100 граммах, поэтому все замечательно. Идем дальше. И переходим к вязанию нашей с вами спиночки. Мы будем вязать отдельно спинку, отдельно вперед, отдельно рукава. В целом, если при желании, можно по кругу соединить, связать спинку и вперед. Здесь уж выбор за вами. Но я вам рассказываю, как вязать отдельными деталями. Для определения количества петель на спинку мы берем половину обхвата груди, умножим на 2,75. Я уже предварительно рассчитала, и у нас получилось с вами для размера S 138 петель, для размера M 144,4 петли, для размера L 151,25 петли и для размера XL 158,1 петли. Однако надо учитывать тот факт, что мы с вами вяжем по рисунку. Соответственно, нам нужно подобрать количество петель, которое будет соответствовать вашему рисунку. Поэтому давайте я сейчас нарисую нашу спинку здесь примерную. Ой, я, конечно, не сильный художник, к сожалению. Извините, кто ожидал от меня увидеть более ровное полотно. Простите. Нашу с вами спиночку. Вот таким вот образом. Это необходимо для того, чтобы мы могли проставлять количество петель, количество сантиметров, чтобы вам было удобно. Итак, наша с вами спиночка будет для размера S, так как у нас 138 петель, нам нужно округлить в ту сторону, которая будет четная, 10 плюс 2 петли. 138 округлять к стороне 132 вроде как и неправильно, потому что будет довольно-таки 6 петель мы выбросим. Мы добавить лучше можем 4 петли. Ну, здесь нужно играть и смотреть, куда можно добавить, куда, так как у нас есть свобода облегания, этот факт позволяет. Соответственно, для размера S мы наберем 142 петли. Точно так же выходит, что мы наберем для размера M 142 петли. Я здесь записываю для вас, потому что 144,4 ближе будет, конечно, к 142. Для размера M мы наберем 152 петли, так как 151, да, у нас там было. И для размера XL мы наберем 162 петли, а у нас там 158,1. Вот ваше количество петель, которое необходимо набрать на спице для вязания спинки. Далее мы вяжем стандартно резинкой 1х1 7 сантиметров. Если перевести в ряды, это будет, вот здесь мы напишем ряды, 21 ряд. Стандарт нашего вязания. Дальше мы смотрим с вами и вяжем, если вы оставляете узор по спиночке, вяжите узор, либо же вяжем лицевой гладью на высоту 32, 34, 36, 37 сантиметров в соответствии с вашим размером. То есть вот здесь мы вяжем с вами 32, 34, 36 и 37 сантиметров в соответствии с размером для S, M, L и XL. Если это все говорить о рядах, то 96 рядов, 102 ряда, 108 и 111 рядов необходимо отвязать. 111, наверное, 112 лучше, чтобы было четное, потому что у нас, опять же,
принципе, в лицевой глади узора нет, но так как попереду у нас будет узор, соответственно, нужно по узору присматриваться, дабы было удобнее потом вам считать. Переходим на формирование нашей проймы. В целом, пройму я вяжу легко и просто, всегда закрывая стандартно. Здесь вполне этого будет достаточно. 3 петли в первом ряду. Провязали, развернули. Здесь закрыли по изнанке 3 петли в начале ряда. Провязали до конца ряд. В третьем ряду закрыли 2 петли. Опять же провязали по 2 петли с одной стороны, по изнанке тоже 2 петли. И в пятом ряду вы провяжете одно закрытие в лицевом, в шестом тоже закрытие одну петли сократите. И дальше уже вяжете на высоту 16, 17, 18, 19 сантиметров от проймы. Если здесь мы вяжем от начала ряда наборного, да, то здесь от проймы. И в рядах это будет 48, 51, 54 и 57 рядов. Дальше нам необходимо с вами сформулировать горловину. Для этого мы с вами провязываем петли плеча. Они у нас будут стандартные, так как у нас для всех 15 сантиметров ширина плеча. 44 петли мы провязываем для плеча. И затем формируем нашу с вами горловинку. Передеваем на спицы 54, 64 и 74 петли. Просто переоденьте на дополнительную нить, на спицу, на все что угодно, не закрывая ничего эти петли. Мы к ним вернемся, когда будем обрабатывать нашу с вами горловинку. Дальше, следующий этап нашей работы, это вот плечо, 44 петли. Вы работаете теперь с этим плечом, провязали до конца ряда, развернули полотно, провязали изнаночный ряд, развернули на лицо и сделали убавку. И одну петлю опять же провязали, развернули и вторую убавку сделали, и точно так же третью убавку провязали и развернули, и в изнаночном ряду закрыли наше плечо. Здесь присоединяемся к этому плечу по изнаночной стороне, провязываем до конца ряда, разворачиваем полотно, в лицевом ряду провязываем до конца и последние две петли сделаем закрытие. Опять же разворачиваем и точно так же делаем, пока вы выполните 3 закрытия. И уже в лицевом ряду, в следующем, сделаете, провяжете изнаночный, извините, и лицевой ряд, где уже закроете полностью все петли. Спинка наша с вами готова. Переходим к вязанию переда. Перед вяжется аналогично спинке. Набирается не такое же количество петель, как и на спинку. То есть рисуем. Давайте чуть потолще. Опять же, я забыла о том, что у нас должна быть пройма. Но я немножко вот как-то выйду с этой ситуации. И горловина у нас, конечно, здесь будет поглубже и пошире. Так, резинка у нас остается 7 сантиметров. Дальше мы с вами вяжем. После резинки вяжем 32, 34, 36 и 37 сантиметров. Соответственно, нашего с вами уже узора. Здесь мы вяжем наш с вами узор однозначно. То есть, если вы наперед еще варьируете, думаете, нужен ли вам узор. То есть, если вы еще думаете, на спинке необходим ли вам узор или нет, то попереду именно вся изюминка в этом узоре, конечно же. Поэтому вы вяжете узор от начала ряда на высоту 32, 34, 36, 37 сантиметров. Опять же, точно так же формируете пройму, как и мы формировали в спинке, закрывая 3, 2, 1, сохраняя геометрию узора. Обратите внимание, что здесь точно так же немножечко напротачено, как бы, да, вот идет геометрия узора, сохраняется. Дальше вы вяжете на высоту 12, 13, 14 сантиметров
до формирования горловины. Здесь мы вяжем 12, 13, 14 и 15 сантиметров в соответствии с вашим размером, конечно же. Чем больше размер, тем больше количество сантиметров рядов вы будете провязывать. Если мы говорим о рядах, то здесь будет 36, 39, 42 и 45 рядов соответственно. Затем мы провязываем в этом случае 50 петель плеча. Переснимаем на дополнительную нить петли наши с вами горловины. Это будет здесь, отмечаю сразу, вот таким вот образом, 42, 42, 52 и 62. Это наши петли горловины. И провязываем следующие петли плеча, 50 петель. И точно так же, как мы вязали здесь плечо, отформировали горловину, мы точно так же в начале лицевого ряда делаем убавочку на протяжении 18 рядов для нашего плеча. Второе плечо присоединяем по изнанке и вяжем аналогично. Петли горловины, я забыла уточнить, нужно переснять на дополнительную нить, либо лесу, а не закрыть. Точно так же, в принципе, с петлями плеча вы можете сделать закрытие их, либо же оставить их точно так же на вспомогательной нитке отдельно. Обязательно этот факт. Определите разными цветами нити, если вы на нити переснимаете. Либо же другими лесами какими-то, либо булавками, потому что ну, они должны быть отдельно от горловины, эти петли плеча, дабы вы потом могли... В принципе, уже когда готова вперед и спинка, можно по плечевым швам сшить, либо же сшить, либо же швом петля в петлю с помощью иглы по открытым петлям, либо же просто сделать сшивание деталей. Выбор за вами, какой вариант вам больше понравится здесь. И точно так же, в принципе, выполнить боковые швы нашего изделия. Переходим к вязанию рукава. На рукав мы набираем 62. Я вот вам нарисую этот рукав где-нибудь. Опять же, простите, с меня никудышный художник. Видно вам хоть? А то я тут в уголок забилась. 7 сантиметров мы вяжем, опять же, той же самой резинки 1 на 1. И переходим вязать лицевую гладь в соответствии с нашей длиной рукава. То есть еще вяжем до оката рукава. 30 сантиметров, 31, 32 и 33 сантиметра в соответствии с вашим узором. Я здесь допишу 31, 32 и 33 сантиметра в соответствии с вашим узором. Формируем окат. У меня на канале есть ролик про формирование идеального оката. И сколько я раз пробовала, мне всегда этот вариант нравился. Сейчас немножечко, в пару слов я скажу, но с учетом данной модели. Здесь мы с вами делаем закрытие точно так же, как и в проме. Мы выполняем закрытие 3, 2, 1 ряда через ряд. Дальше в каждом четвертом ряду вы выполняете закрытие по одной петле, формируя наш с вами окат. Это необходимо для того, чтобы попасть как в изделие, потому что изделие, как вы видели, спущено идет плечом. Таким образом вы сформируете окат, вывязывая на высоту 18, 19, 20, 21 сантиметр от начала оката. Именно оката, то есть 3, 2, 1 и пошли тогда через один ряд в соответствии с количеством сантиметров. Это 54, 57, 60 и 63 ряда вы должны будете провязать, а оставшиеся петли вы закрываете и выполняете, собираем наше изделие, как я уже ранее сказала, плечевые, боковые швы, вшиваем рукав, затем поднимаем по горловине наши петли, которые мы уже да, с вами переснимали на дополнительную нить лесу. Не забываем приподнять петли, которые мы с вами убавляли, то есть не только те, которые были сняты, а и убавки тоже нужно будет поднять и здесь, и здесь. И подняв все петли, вяжем по кругу на высоту 15 сантиметров резинкой 2 на 2 нашу горловину. Закрываем резинку удобным для вас способом. И наш с вами свитер готов. Носим, радуемся. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, данная информация для вас была полезной. И вы сможете рассчитать для себя подходящее изделие. Всем до скорых встреч!
Thank you.